Владимир Марковников – выдающийся химик, представитель Казанской химической школы. Правила Марковникова есть в каждом учебнике по химии для средних школ во всем мире. В честь него учреждена международная премия, которая выдается за значительный вклад в область органической химии. Обладателем премии стал и профессор Казанского университета. Смотрим. Российский и советский химик-органик, академик Российской академии наук, почетный профессор Химического института имени Бутлерова Казанского университета Александр Коновалов стал первым обладателем международной премии имени Марковникова. Поздравил его президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. И вы человек, который сделал для органической химии, для, в целом для науки нашей страны, я не говорю о республике, очень много. Республика. Да, республика. Нет. Вы республику подняли. Это очень почетно нам вручить нашему земляку, татарстанцу, вот такую премию. С почетной наградой профессора поздравили и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, а также президент Академии наук Республики Татарстан Магзюм Салахов. Александр Коновалов окончил химический факультет Казанского государственного университета, затем работал на кафедре органической химии и с 1979 по 1990 года возглавлял университет. Напомним, премия была учреждена в этом году по указу Рустама Миниханова в целях развития химической науки в Татарстане. Диана Желенкова, Универньюз.